эфире новости сейчас. С вами Анастасия Богомолова. Добрый день. Под знаком большой политики проходит этот день в Таджикистане. Столица Душанбе приняла саммит глав государств СНГ. Переговоры в узком составе, где выступал наш президент Александр Лукашенко, были закрытыми для прессы. Репортерам позволили лишь снять кадры выступления главы Таджикистана. Все-таки страна в этом году председательствует в организации. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала тезисы выступления Александра Лукашенко. Вот несколько цитат. Президент Беларуси призывает к единству и совместным действиям внутри СНГ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли. Глава государства подчеркнул, что неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. При этом он отметил, что мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. «Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение», — сказал белорусский лидер. По итогам саммита Александр Лукашенко пригласил коллег по содружеству посетить вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне следующего года. Также на полях саммита президент провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. В частности, в объективы камер попала встреча с президентом Молдовы Игорем Дадоном. Стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества, реализацию прежних договоренностей и перспективные направления для развития взаимодействия. Было отмечено, что, несмотря на предпринятые в последнее время практические шаги к расширению двусторонних отношений, этот потенциал далеко не исчерпан. Белорусские хирурги провели уникальную операцию – ретрансплантацию сердца. Иными словами, пациенту пересадили сердце два раза. В 2013 году мужчине понадобилась пересадка главного органа. Операция прошла успешно. Через несколько лет организм начал отторгать чужое сердце. Врачи провели ему еще одну пересадку. Операция длилась 12 часов. Работали 5 хирургов. Подробности уникальной операции смотрите в панораме. Как только что стало известно, в Витебской области начинается подача тепла в объекты социальной сферы. Отопление начнут включать и в минских детских садах, школах и больницах. Такое решение принял столичный исполком с учетом неблагоприятного прогноза погоды. С 1 октября потеплеет и в жилых домах Минска. Принятие решения уже о включении отопления производится с учетом прогноза погоды. Должны все прекрасно понимать, что в один день отопление в городе Минске не включается. По графику оно должно включаться в течение 5 дней. Обычно включают его немножко быстрее. К началу следующей недели похолодает. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют заморозки местами до -4. В Минске ограничат продажу алкоголя ночью. Уже с понедельника после 23 часов спиртное можно будет купить только в барах, кафе и ресторанах. Поступает много обращений граждан, связанное именно с функционированием круглосуточных магазинов и продажей в ночном режиме алкогольных напитков. Это решение поможет минимизировать обращения граждан на эту тему и создать условия для нормального проживания. Решение затрагивает и слабоалкогольные напитки. Такие меры будут действовать 1 год. Таковы главные новости к этому часу. Информационный день продолжит мои коллеги. Хорошей пятницы.